Друзья, привет! С вами вновь на связи Эльмира Бураканова. Я сейчас нахожусь на территории того дома, где я арендую комнату. Это такая площадка, терраса. А вот вход в наш дом. Ступеньки. Здесь растут цветочки. Здесь растут пальмы. Такая дорожка. А вот это у них, скажем так, такое предназначение, куда они ставят своих святых, а на полочку ложат какие-то украшения, цветочки. Вот. У балийцев есть свои, скажем, как это назвать, ритуалы, да, вот, которые они соблюдают, молятся своим богам. И в каждом доме у них вот существует либо в виде какой-то стелы, либо вот прибитая, как бы, как скворечник, да, мне вот напоминают, да, и поставленные уже на них различные ритуальные украшения. Вот. И в нашем доме это тоже, соответственно, есть. Вот такой вот садик, куда приходит хозяин и поливает свои цветочки. Вот. Продолжение следует. Я не буду сейчас обходить полностью весь наш дом. А я хотела с вами поделиться сегодня одной новостью. Вчера я все-таки сделала это и арендовала себе байк. Вот он, правда, он розового цвета, но ничего. Я же девочка, поездим и на розовом байке. Так, сейчас скажу. Скупи. Вот, модель этого байка называется Скупи. Вот он такой. Я взяла его небольшой, потому что мне нужно сейчас, ну, невысокий, мне нужно сейчас начинать учиться. Я вчера проехалась, ну, как вам сказать, ощущения. Я, конечно, уже больше 13 лет вожу автомобиль, но байк это совершенно другое. Вот, сейчас я собралась выезжать в город. Ну, я сейчас вам покажу, как это устройство работает. Байк в деле. Так, давайте я вот так вот сажусь. Вот. Это мой шлем. О! Космонавт. Так. Вот такие вот ключики. Мы сюда их вставляем. Сначала убираем подножку. Так. И вау! Вот. Таким образом мы двигаемся либо назад, либо вперед. Надо стоять. То есть постоянно нужно держать руку на тормозе. Вот, потому что на Бали правила дорожного движения практически вообще никто не соблюдает. Вот, и нужно быть постоянно на чеку, руку держать на тормозе. Вот, в случае чего тут же мы останавливаемся, либо быстренько проезжаем. Для того, чтобы остановить, заглушить байк, достаточно просто убрать вот эту подножку. То есть поставить ее обратно. Хаба, все. Байк стоит на месте. Зажигание, ключики зажигания вытаскиваем. Вот они. Ну и шлем снимаем. Конечно, когда сюда приезжают семьями, то удобнее всего арендовать не байк, а машину. Вот, потому что втроем на этом байке уместиться не очень просто. Или вчетвером, да, смотря какая семья. Конечно, это по размеру маленький байк, но даже если байк размеров чуть побольше, то в любом случае там будет не совсем комфортно. Вот. А
те люди, которые приезжают с семьями, они в основном арендуют большие дома с бассейном и берут автомобиль для удобного передвижения. Вот этот байк я вчера заправила, практически полный бак, на 82 рубля, 18 тысяч рупий. По местным деньгам 18 тысяч рупий – это 82 рубля. Вот. А аренда такого байка стоит 500 тысяч рупий в месяц. Это примерно 2300 рублей по нашим русским деньгам. Вот. В принципе, удобно добираться до места назначения. Вот такие дела. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой блог elmiraburakanova.com. Узнавайте все больше информации о моей трансформации, о моем изменении, о моих путешествиях. И будем вместе. Bye!